После капитального ремонта в строй вернулся подростковый клуб «Прометей». В церемонии открытия принял участие глава Тамбова Сергей Чеботарев. Подростковый клуб отремонтировали впервые за 20 лет. Городской бюджет выделил на это около 1,5 миллиона рублей. Теперь проводить досуг в обновленном помещении будут почти 150 детей. При переменном составе подростковые клубы по списочному составу имеют до 300-500 человек. То есть ребенок может прийти сюда и каждый день, может и раз в неделю прийти. Подростковые клубы работают с часу до 8 вечера. Выходные, каникулярные дни мы работаем, поэтому и родители спокойны, когда ребята у нас, потому что все педагоги имеют высшее образование педагогическое, и все обязательно что-то умеют. Замечательное место, замечательный такой уголок притяжения и для малышей, и для ребят постарше, и для родителей. Самое главное, что здесь неравнодушные люди, хорошие, талантливые, творческие, которые притягивают сюда. Сейчас в подростковом клубе работают 3 педагога, с которыми ребята осваивают декоративно-прикладное творчество, фитнес и спортивные игры. В планах клуба открыть свою шахматную гостиную.